Уважаемые одесситы, решением комиссии ТЭП города принято решение об организации работы общественного транспорта в режиме специальных перевозок. Что это значит? Это значит, что перевозка всех пассажиров возможна при наличии специальных пропусков. Специальные пропуска будут выдаваться только тем организациям и предприятиям, работа которых напрямую связана с жизнеобеспечением работы предприятий и города в целом. До этого момента перевозка пассажиров будет осуществляться при наличии у пассажира либо служебного удостоверения, либо справки с места работы и документа, удостоверяющего личность. Пенсионеры, а также неработающие, не смогут на этот период времени пользоваться услугами общественного транспорта. Отдельно обращаюсь к руководителям учреждений и предприятий. Свяжитесь, пожалуйста, с профильными департаментами и управлениями для того, чтобы получить необходимое количество пропусков для ваших сотрудников. Кроме того, крупные предприятия могут заключить отдельные договора с перевозчиками для организации перевозки своих сотрудников в рамках специальных перевозок. Существующая маршрутная сеть трамваев и троллейбусов функционирует в полном объеме без изменения маршрута. Кроме того, два автобусных маршрута будут изменены для организации более удобной доставки пассажиров в места обслуживания, в том числе на улицу Косовскую. Уважаемые одесситы, вышеуказанные меры являются необходимыми мероприятиями, которые направлены на недопущение распространения коронавируса в городе Одессе.